В Орле может появиться Академия футбола. О планах в интервью телеканалу «Первый областной» рассказал начальник регионального управления спорта Александр Муромский. У нас есть две футбольные школы. На базе этих двух футбольных школ создать Академию футбола. Вот, попросили Юрия Павловича Семина возглавить этот процесс, ну, как бренд, как легенду. Это вот такой золотник, который из Орловской области, который на сегодня на высочайшем уровне показывает результаты. Речь зашла и о перспективах ФК «Орел». Ну, футбольного клуба перспективы, я считаю, хорошие, потому что мы сейчас, перейдя в любительскую лигу, я думаю, сможем подняться строчки, и наш стадион увидит уже наполнение болельщиками, что позволит нам привлекать спонсоров. В любительской лиге, я думаю, команда окрепнет. Мы сейчас уже подобрали состав молодых ребят орловских. Напомним, проблему футбольного клуба – необходимость развивать детский футбол. Этот круг тем обсуждался на аппаратном совещании в администрации региона на минувшей неделе. Футбол у нас как таковой на территории Орловщины, он не прекращается. Просто деньги пойдут на детский футбол. Мы вырастим своих футболистов за пару лет, чтобы они отставились в честь своего региона. Понятно, когда их заметят, они уйдут, но будет наработанная школа. О футболе и не только пойдет речь в программе «Актуальное интервью» с Александром Муромским.